Пляжный сезон уже не за горами. Напомним, что в городе над Бугом он стартует с 1 мая и завершится 1 сентября. Поэтому коммунальные службы активно готовят зоны отдыха, чтобы горожанам было уютно, комфортно, а главное – безопасно. Масштабная реконструкция пляжа сейчас идет на территории Красного двора. В этом году уделено большое внимание зоне отдыха «Красный двор». В настоящее время, вы видите, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Установлен дорожный борд, тротуарный борд. Будут площадки под торговлю из мелкоштучной плитки. Ведутся работы по прокладке водопровода и электроснабжения. Будет установлено две душевые кабины и два питьевых фонтанчика. Также для нужд торговли тоже будет подведено электроснабжение и водопровод. Будет установлена детская игровая площадка. Уже установлен спортивный комплекс. Также кабины для переодевания, теневые навесы, лежаки. Примерно так, как мы сделали на пляже Центральный. Помимо уже перечисленных работ, сейчас специалисты ДЭП завозят на пляж новый чистый песок из карьера, а также занимаются дорожными работами. Так, подъездную дорогу от картинга к озеру покроют асфальтогранулятом, а дорогу вокруг водоема – асфальтобетоном. Вообще купальный сезон в городе Бресте открывается 1 мая по 31 августа. Пляж планируем открыть в мае месяце. Поэтому пока не будет водопровода, не сможем подключить душевые кабины. А так пляж установим, как я говорил, лежаки, теневые навесы, можно будет пользоваться пляжем. Также еще есть в планах установить здесь стационарный туалет, потому что биотуалеты, они как бы не очень справляются со своей задачей, и данный вопрос находится на рассмотрении. Также в связи с реконструкцией многие брещане начинают переживать, что вход на пляж станет платным. Спешим вас успокоить, как и прежде, отдых на Красном дворе остается бесплатным. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович, Новости Бреста.